С этого начинается эфир. И все то, что остается за кадром, смотрите полные версии сразу после нашего выпуска. Ну а прямо сейчас мы по-прежнему продолжаем вещать в прямом эфире. Культура потребления. Среда, 2015 год и число 23 сентября. Сегодня для кого-то это число эпохальное, легендарное, по крайней мере для того человека, который также эпохально, легендарно несет музыку. Эту музыку несет по всему миру. Дальше скажет Сергей, пожалуйста. У нас сегодня в гостях, друзья, Павел Воробьев. Привет, друзья! Сразу же хочу напомнить вам о портале samaracityonline.ru. Там есть чат. Прямо туда сейчас из любой точки планеты вы можете задавать вопросы Паше. Мы их озвучим, естественно. Также из зала тоже можно задавать вопросы. Абсолютно любые, относящиеся к любой сфере жизни. Итак, Павел Воробьев. Паш, еще раз привет. Привет. Паш, ну ты обласкан прессой, много даешь интервью, много задают вопросов. Бывает ли... Да. Скажи, есть вопрос, который повторяется чаще всего, тот, который задают постоянно, который уже набил оскомину, который уже притчи во языце. Что это за вопрос? Когда начнется эфир с Павлом Воробьевым? Вот только что я слышал, видел там. Это последних минут вопрос. Вопрос последних минут. Когда следующий альбом? Когда следующий альбом? Это, наверное, второй вопрос самый задаваемый, да? На самом деле у меня нет никаких дат, я никогда не ставлю, что вот альбом будет вот там 13 ноября, и вот я до 13 ноября вкалываю. Это уже начинается не творчество, а какая-то работа. Я так делал один раз, вот последний альбом «На волне», я поставил конкретную дату и к ней стремился. В итоге я не сделал 5 треков, которые должны были войти, но тем не менее альбом классный получился. Вот, в этот раз я решил делать по-другому. Вот когда будет готовый, такая уже статистика пошла, что в каждом альбоме по 9 песен. Когда будет 9 новых песен, тогда выйдет альбом. Сейчас сколько? Сейчас 7. То есть это может быть через неделю, это может быть через завтра. 3 месяца, да. Ну, то есть это непонятно, никаких рамок нет, я не ставлю, не ограничиваю, мне есть чем заниматься, поверьте. И давайте следующий вопрос. Вопрос из чата. Задает его Сергей Гришин. Сергей Гришин. Павел занимается в проекте «Комедоз», а будет ли Павел сниматься в «Павлике»? Продолжение. Это наболевший вопрос. Да? Это по популярности. По популярности. Вот. Да, на самом деле, несмотря на то, что я играл 6 лет в КВН, я не считаю себя актером и считаю, что каждый человек должен заниматься то, к чему он предрасположен. Я люблю и хочу заниматься музыкой, я занимаюсь музыкой. Паша, Денис, они видят себя актерами, они снимаются там. Я снимался один раз, я не получил от этого никакого восторга, ничего, ни удовлетворения. И еще раз этим заниматься, не знаю. Будет какая-то свободная роль, попросят, ребята скажут, блин, ваш надо сделать, сделаю. Просто самому напрашиваться и делать что-то не то, что я хочу, не хочу. Еще один вопрос из чата. Самара-Сити онлайн, не только вещаем контакт в культпод, но мы также вещаем и на YouTube, на наш канал. Ага. И здесь вопрос от Креатив ТВ. Слышали, что Павел участвовал в телевизионном проекте «На России-1». Можно подробно, и какую песню он спел? Да, была такая тема, ездил в Москву на этот проект. На самом деле... Что за проект? Проект «Главная сцена». Вот. Вошел 80 человек из 15 тысяч. А потом началась резня, и причем к людям там, честно скажу, вот прямо от всей души относятся как к мясу. Пушечное мясо, просто. Сколько человек? 50, блин, надо 20. Ну давай 30 уберем, давай. А все равно, что они оставались из 15 тысяч, вообще никого не волнует. Пел я там песню «Метро», дошел до съемок, ну то есть был генпрогон, мне уже подобрали костюм, обрезали минусовку, все, короче, сделали. Ну, короче, все было классно. И вот завтра съемки, и тут звонят, говорят, слушайте, вот нам нужно из 80-60 оставить. Мы вот всех предупреждаем, возможно, вот кто-то, возможно, и вы туда попадете. Но я даже не сомневался, что я туда попаду, потому что там были такие титаники просто нереальные.
нормальные, там и иностранцы, и просто кто реально круто поет. Я потому что не считаю себя, у меня специфический вокал, интересный, возможно, но у меня нет музыкального образования, и, ну, как бы, я тягаться с кем-то, кто классно поет, даже не собираюсь просто, в принципе. Я скажу лучше, да, чувак, ты круто поешь, молодец, офигенно вообще. Ну, хочешь, фиток сделаем с тобой? Вот. Но так, ну, я знал, что меня сольют, меня слили, я даже не расстроился. Но вот те еще 19 человек, кто там из Владивостока, там, с Камчатки, кто откуда прилетел, и две недели там жили, потратили кучу бабла, и их просто взяли и сказали, слушайте, вы, а вас нету больше, все, пока. И вот это было очень стрёмно, я даже больше никогда в жизни не поеду ни на один конкурс, потому что я уже, это уже был третий конкурс, и везде так вот, везде относятся к людям, просто так вот, все, все, давайте, все, уходите, пока. Закрыли дверь. Вопрос. Ждем. Давайте поаплодируем, друзья, пошла.